Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы возвращаемся в поиск экзоскинчиков на Соника. У нас вышло новое обновление, добавили аж 10 крутых скинов, но или не очень, хотя вроде выглядит достаточно привлекательно, и сегодня мы их всех отыщем. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт rbx3.gg. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на rbx3 вы всегда получите свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у rbx3 есть свой телеграм-канал, где часто проводятся конкурсы на бесплатные робоксы для всех. Ссылочку на сайт и телеграм-канал я оставлю в описании. Переходи как можно быстрее. Начнем мы наши поиски с этого небесного острова вот наверху. И здесь у нас, если судить, так, шаду это мы искали. Здесь у нас был в обычном Сонике скейтер, где-то вот здесь вот. Ой, вот здесь эту штуку я собирал? Да, эту штуку я собирал. Но, может быть, мы что-то здесь упустили, или вот новенькое что-то добавили, что мы должны сегодня отыскать. Давай внимательно здесь все просмотрим. Где? Как? Неужели здесь ничего нет? Я вроде все пробежал. И ничего здесь не вижу. Не может быть такого, я не верю. Может быть, я просто плохо здесь что-то искал. Вот здесь, наверное, есть. Может, вот в этом углу? Так, в этом углу я ничего не вижу. Вот в этом... А, стоп, 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 стоп. Вот, есть шапочка. Смотри, есть шапочка. И это скейтер. Да, как я и говорил. Вот у нас есть скейтер Соник. Во. Отличненький скинчик. Может, еще здесь есть что-то? Может быть, что-то добавили или нет? Хорошо, отправляемся искать дальше. Помните, где у нас был крылатый Соник такой разноцветный? Он был у нас вон там. Поэтому мы сейчас отправляемся именно туда. Как бы мне туда так хорошо пройти? Так, здесь мы собирали усики, мы здесь находили. Может быть, мне вот так вот надо пройти? Я не допрыгнул. Ладненько, тогда мы, наверное, телепортируемся сразу наверх. Вот сюда, наверху. Здесь мы оказались. И, наверное, отсюда мы прыгаем вот так вот. Сразу теперь придется подняться. Оп. Вот так по лесенкам поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Вот. И отсюда здесь так. Я ничего не вижу пока здесь. Никаких скинчиков вроде бы новых нет. Хотя, может, на вот этом тотеме. На тотеме тоже ничего не вижу. И вот сюда запрыгнем. Вот здесь, смотри, с краешку что-то есть. Я это собирал. Это глаз. Во, Crusade Silver Exe. А неужели мы его не собирали? Они уже начинают становиться похожи. Во, вот такой. Оба-на. Вот он. Отлично. Есть. Здесь мы еще один скинчик нашли. И отправимся мы вот теперь вот сюда. Вот здесь. Ой, это что это? Так, это пепелу мы находили. Здесь у нас в огне ничего нет. В этом кристалле ничего. На дереве тоже. Вон там был скинчик. Я иду туда. Я иду туда, чтобы найти. О, это что это такое? Это фантом. Я его находил. Так, возле этих тотемов что-то может быть. На самом тотеме. Нет. Тогда идем сюда. Здесь посмотрим. Вот тут вот должен быть скинчик. На этой пальме. Вот смотри, на этой пальме у нас есть, а мы его собирали, а на этой пальме у нас, к сожалению, нет. Значит, наверное, какая-то другая пальма. На этой я тоже ничего не вижу, тогда давай отправимся искать на вот этом островке. Смотри, на этой пальме ничего нет. Здесь на цветочке цветочек, мы его собирали тоже, тогда смотрим здесь. Или здесь, или здесь. Так, неужели на этом острове нет ничего? Я, видимо, плохо ищу, надо искать получше. И все же, мне кажется, мы там вот что-то пропустили. Как мне теперь туда вот вернуться? Наверное, если вот отсюда мы вот так вот прыгнем, опа, сюда заберемся, может, здесь где-то? Вот здесь, может, вот тут? Нет, тоже ничего. Так, а что, не могу запрыгнуть? Смотри, что это такое вообще? Что это за несправедливость? Может, отсюда получится? Давай, 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 вот так вот. Есть, забрались мы сюда. Ага, мне надо, наверное, вон туда, да, вернуться? Так, вот здесь вот? Нет, подожди, я запутался, здесь слишком темно, ничего не понятно. Давай вот сюда вернемся. Так, ой-ой-ой-ой, ладно, я понял. Хорошо, хорошо, сейчас смотри. Я вот возвращаюсь сюда, аккуратненько. А, я не могу, да? А хотя, если я до тут допрыгну, я, наверное, смогу вернуться. Ну ладно, придется еще раз запрыгнуть. Давай забираемся, внимательно надо посмотреть. Я уверен, что там должен быть какой-то скинчик, который мы пропустили. Вот с этой стороны, может быть, вот здесь вот внизу. Вот тут вот. Вот, да-да-да-да-да. Это у нас Slayer Sonic Exe. Slayer Sonic Exe.
Где у нас вот тут вот? Можно ввести Slayer, Slayer Sonic, вот он. Slayer Sonic, опа. Вау, смотри, у него красный огненный нож. Жесть. Круто, но хорошо, что мы его отыскали. Теперь вот уже можно спокойно идти вот сюда и искать вот здесь вот. Вот в этом месте. Здесь у нас на лесенках тоже бывает. Сейчас вот здесь вот посмотрим внимательно. Теперь с этой стороны будем искать. Здесь, о, это что это такое? Смотри, это торчит, это крыло. Это крыло. О, Hybrid Sonic XZ. Где ты у нас? Вот ты у нас легендарочка. Вау, крутой Соник. Здорово. Дальше куда нам надо идти? Мы уже много так-то нашли скинчиков. 4 уже нашли, круто. Теперь давай проверим водопадики. Водопады где у нас здесь? Вот здесь, так, с этой стороны, по-моему, да? Вот здесь проверим. Здесь, опа, что это такое? Это Dark Electro Silver, я его находил. Дальше, следующий вот этот водопад проверим. Здесь у нас что? Здесь, о, это Smoky Sonic XZ. Вау, вау, вот смотри. Круто, нашли водопады. Дальше, теперь мне надо возвращаться в начало, и вот здесь вот, наверное, вот это что это такое я видел? Это леопард Sonic XZ, круто! Леопард, леопард, давай смотреть, бахаем леопарда, а что он трансформируется? О, трансформировался, смотри, черный леопард, XZ Sonic, ого, телепортируемся, давай, на стартовую локацию, вот, мы в самом начале, вот здесь вот стоим, и теперь нам... Надо еще здесь искать скинчики, которые мы не нашли. Вот здесь вполне возможно где-то вот это что это такое. Так, а, бита. Ой, это тоже, смотри, Сейвман Соник. Сейвман Соник, надо написать Сейвман. Так, Сейвман Соник, вот, у него даже иконка не от... Опа-на, смотри какой. Кость, грибочки выросли, бита. И он еще XZ, и кость в носу даже, вау. Прикольненько, прикольненько. Дальше, где же у нас еще скинчики? Может, здесь где-то есть? Или вот здесь наверху? Вот это что это такое лежит? Так, это... О, Butcher Sonic! Ой-ой-ой! Ну-ка, что это у нас за мясник такой? Посмотрим. О, с топориком! Вау! Хо-хо! Вот это прикольно! Это прикольно. А вот эту мы штуку собирали? А, да, эту штуку мы собирали. Тогда дальше куда мне идти надо? Так, смотрим. Сколько вообще? У меня 2 скинчика осталось, не найдены. Где у нас? А какие вообще скинчики у меня не найдены? У меня вот зеленый Соник не найден и Gentle Silver XZ. Gentle Silver, я думаю, это вот этот? Нет. На каком-то из деревьев есть Gentle Silver, по-любому. Так, опа, это что это такое? Так, это Gentle Sonic, я понял, это не то. Мне нужен Gentle... Сильвер, 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 сильвер. Может здесь, так я здесь был. Тогда вот эти деревья проверим быстренько. Опа, запрыгиваем сюда. Здесь, здесь тоже ничего нет. Вон там есть целая куча деревьев. Чтобы туда забраться, запрыгиваем давай на вот этот Skull Island. Вот сюда, вот здесь. Так, эти деревья же я проверял, правильно? Правильно, тогда вот это дерево проверим. Пам, что здесь нет ничего. Вот на этом тоже ничего. Тогда вот это дерево. Так, ну-ка, эх, не могу запрыгнуть на цветочек. С цветочка могу, но здесь нет ничего. Какие деревья я пропустил, ребята? Здесь нет, вон там вот я это вроде бы все смотрел деревья. Вот с этой стороны еще, а, вон там еще есть деревья, я понял. Тогда давай еще раз мы вот в этот остров телепортируемся и отправимся вот сюда. Ой, что-то я слишком переборщил, надо еще раз разогнаться. Давай вот так вот, хоп. Хоп, запрыгиваем. Оба, вот забрались на этот островок. И на этом островке мы сейчас проверим, есть ли кто-то у нас здесь или нет. И может на вот этой пальмочке есть. На этой пальмочке тоже никого не вижу. Да, ребята, тоже не вижу на этой пальмочке. Тогда у нас остаются вон там пальмы, которые мы не проверили. Хотя у нас еще здесь целая куча деревьев. Вот здесь вот нету. Нету. Тогда телепортируемся опять в начало. Вот сюда, в самое начало, и отсюда мы сможем уже запрыгнуть. Вот сюда идем, вот отсюда с пружинки поднимаемся наверх. Идем сюда, поднимаемся по вот этой штучке. Сюда, отлично. Так, проверяем пальмочки. Здесь этой пальмочки нет ничего, здесь тоже ничего нет. А чё, я все пальмы же вроде посмотрел. Как-то, неужели ни в одной пальме
Не будет. Хотя я знаю еще, какие пальмы я пропустил. Это пальмочки на островочках. Пальмочки на островочках вот здесь. Вот давай проверим. Здесь вроде бы пустая пальма. И вот здесь вот что-то лежит. На этой пальме что-то есть, ребята. Мне кажется, это то, что нам надо. Опа! Так, еще бы забраться туда. Так, не могу запрыгнуть. Не могу. Оп, давай. Нет, не получается. Надо, наверное, вот так вот отсюда. Вот так вот мы забираемся. И так, давай еще. Стой. Оп, не получается. А слушай, сложно запрыгнуть на эту пальму. Оп, оу. А как подняться-то? Вот это самое сложное. Обычным соником на вот такие пальмы забираться. Кстати, это что это? Я собирал? Это психа, да, я собирал. Тогда вот сюда вот как-то мне надо запрыгнуть. Хоба, хоп, да что такое-то, как туда подняться? Может быть, смотри, вот с этого краешка, если я прыгну вот так вот. О, почти получается, но почти не считается. Вот давай вот так вот. Жесть. Ну-ка, давай цепляйся, мясник. Соник, мясник, давай вот так вот. Оп, оп, давай, почти получилось. Ну смотри, я, кажется, понимаю уже, как запрыгивать. Наверное, надо вот, смотри, вот так вот. Сейчас я покажу, вот так вот запрыгнули. Так, и... Да что такое, почему отбивает? Вот, смотри, я стою. Да откидывает меня, я должен запрыгнуть. А не то, что меня откидывало. Жесть. Давай, вот стою. Хоп, хоп. Да как это сделать-то? Вот, давай. Ха. Да, давай, и... Вот, стою. Да, отбрасывает, смотри, меня отбрасывает. Вот это да. Я надеюсь, это не у меня у одного такие проблемы. Хоп, что такое-то? Как вообще забраться? Слушай, ты можешь туда забраться? Если можешь, напиши в комментариях, как у тебя это получается. Нам всем интересно будет почитать. А давай, может, я возьму вот этого какого-нибудь Соника? Или у меня есть Супер Соник? Супер, так, Infection, Dark Psycho. Может, вот этим Соником я смогу запрыгнуть? Вот этим. Оп, может, он повыше прыгает? Ну, слушай, я не могу сказать, что он прям супер высоко прыгает. Но, может быть, получится. Давай вот так вот. Раз, два, ой. О, смотри, вот с этого конца, хотел сказать, получилось почти что запрыгнуть. Вот с этого краешка. Вот так вот. Хуба! Нет, все равно не хватает. Надо как-то с этой пальмы научиться запрыгивать. Да давай уже, ну. Хоп. О, ребята, получилось забраться на эту пальму наконец-то. Главное, с нее сейчас не шлепнуться. О, стою, есть. Есть и это, да, это новый скинчик, Gentle Silver Exe. Ху, отлично, ну-ка, Gentle Silver, вот у нас, есть, появился, хорошо, и у нас остался последний скинчик, это у нас зеленый, вот такой, но Коменко, если Коменко, то где-то, наверное, в самом начале находится, по-любому, надо внимательнее только посмотреть. Где-то, может быть, здесь за камушком, за цветочком, на пальмушке мы смотрели. Здесь, может быть, здесь что? О, я увидел. Вот он. Есть, взяли зеленый Sonic Exe. Вот. Вот такой вот у нас есть, можно сказать, Нубик Соник. И мы разблокировали все скинчики на Соников. Напишите в комментариях, какой Соник вам больше всего понравился из этой обновы. Ну а мне вот этот понравился, и понравился, в принципе, даже мясник, который у нас был, и еще кто у нас, так, скейтер, ну ладно, это у нас пусть будет, и вот огненную, с огненным ножом, где он, где, это супер дарк, вот этот, что ли, дарк шарк, нет, фантом, где-то он был у меня, может быть, вот этот, леопард прикольный, конечно, черный сильвер. Экзе, черный сильвер экзе, но это вроде не то. А куда, кстати, он у меня делся? Может, вот этот? Сейвман Соник, ну-ка, вот. А, вот это тоже прикольный, кстати. И куда у нас делся Соник с ножом? Я его потерял, ребята. Может, это вот этот? Нет, это у нас Крушейт, это сильвер. Вот он такой с глазом, да, это я помню. А вот где у нас с ножом? Фантом? Шарк, вот этот, нет, это супер, куда он пропал, а, вот он, Slayer Sonic, во, прикольный, но я все-таки поставлю на вот этого, вот этот, мне нравится, вот такой прикольно выглядит, а ты напиши свое мнение в комментариях, также не забывай ставить лайк, подписываться на канал, делиться видео со своими друзьями, и, конечно, не болей, не скучай, пока-пока!